Всем привет, с вами я, Боря. Недавно была у меня такая проблема. На моем Чайзере 90-й кузов не мог я открутить фильтр масляный. Сейчас вон я его уже снял. Вот эту вот поверхность там подработать придется. Сейчас расскажу, как снял. Сотку снимать неудобно, поэтому снимаю уже после фильтра. Дошло до того, что ни одним способом, ни ремнем, ничем я его не мог снять. Измучило меня насмерть. Самое, что получилось, уже сегодня 4-й день, я сделал вот такой длинный инструмент. Вот сейчас покажу, вот эта труба. Ну, обычная труба, насадка кусок трубы, короче. Болгаркой вот я распилил и оставил вот такую штучку. Раза два-три я ее затачивал, это у меня острое зубило получилось. И пришлось снять коллектор, и вот тем самым вот так вот на удар я его открутил, короче, молотком бил. То есть ставил вот так по фильтру. Вот так ставил. Из-за того, что она длинная, мне ее удобно было держать. И бил вот сюда молотком. Ну, вон где он. И вот так на удар. Причем она даже сорвалась. Но не с первого раза. Вот. Вывод какой. Больше не буду использовать всякие вот эти способы с YouTube. И всякие дедовские. Куплю нормальный съемник под свой фильтр. Буду снимать съемником. Причем вот этот фильтр, он всего прошел где-то, я не знаю, даже 1003 километров. То есть мотор после капиталки сделанный. Вот. Решил я масло пораньше поменять. Ну, так получилось, что фильтр я его вроде руками как бы затянул. Но не затянул, чуть-чуть подтянул руками. Видать, он просто сам по себе или закис, или что. Резинка вон тут какая-то совсем, видите, закисшая. В общем, вот. Вот так вот я его снял. По-другому снять удалось, не удалось. Друг мне дал совет бить до конца вот по этому зубильцам. Именно этот способ помог. Вот эта часть у фильтров очень крепкая. Можете сразу по ней начинать бить. Делать из трубы длинное зубило. Потому что не везде можно подлезть коротким, стандартным. Да у меня его и нету просто. Молотка в принципе хватает. Ладно, спасибо всем.